Братья армяне, когда вы читаете о Великой Армении, о Малой Армении, о Высокой Армении, просто об Армении, которая упоминается в документах, там какого-то первого тысячелетия до нашей эры, первого тысячелетия нашей эры, ранее Средневековья, сейчас не будем обсуждать, достоверные это все произведения или они позже были написаны, неважно. Пусть они, допустим, достоверные, но вы поймите, вы читаете о земле, вы читаете не о себе. Там про вас, про предков ваших, наших и вообще про каких-то предков, там нет ничего. Я вам показал Птолемея, которого вы очень любите приводить в качестве доказательства того, что вот о нас говорил Птолемей, второй век нашей эры, а ты говоришь, нас не было. Но я же вам показал. Я же вам показал, что он говорил. Он описывал Великую Армению и перечислил народы, которые там жили, и города. И среди этих народов не было ни армян, ни хаев, ничего-то вообще даже близко по звучанию похожего. Понимаете, не о нас писали эти древние или якобы древние, неважно. Не о нас они писали. Они писали о земле. Вот если бы мы с вами были там горами, холмами, там, овражками какими-нибудь, то тогда можно было сказать, да, мы потомки Великой Армении. Но мы народ, мы люди. И для того, чтобы найти своих предков, нужно найти описание народа. А вы просто... Вы думаете, что это само собой разумеется. Раз про Армению писали, значит, был армянский народ. Но нет. Это просто было название земли и упоминание о народе, который как-то бы отличался от других народов, образом жизни, у него были бы какие-то культурно-языковые границы. Таких описаний нет. Они появляются только аж в 17 веке нашей эры, 300 лет назад, 350. Но, может быть, какие-то тексты латинские, я не добрался до них, какие-то остались не переведены там на французский, немецкий, английский языки, в каких там еще есть описания в 16 веке. Возможно, именно народы описания. Возможно. Я не нашел. Если вы найдете, я буду счастлив, вы найдете и покажете. Вот, смотрите, Филипп, вот описание нашего народа 16 века. Если найдете 15-го, это будет чудо. 15 век нашей эры. Запомните, если вы найдете описание армянского народа, которое было сделано в 15 веке нашей эры, это будет чудо. Найди, это будет открытие историческое, глобальное. Поймите это, пожалуйста. Давайте, нам нужно наше реальное прошлое. Нам нужно понять, кто мы, как люди. Не как те, чье название совпадает с названием какой-то древней земли. А просто как люди, как народ. Вот если мы это поймем, многие вопросы мы сможем решить. А сейчас только головой об стенку можем биться. Всего доброго. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!